Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Реплей, Центральный округ. И сегодня, как вы поняли, пацаны, новая серия. Сегодня мы будем тюнинговать Audi RS6 полностью просто. ФТН у нас будет в полном тюнинге. То есть сегодня я построю гидравлику, нитро. Но это не точно. И полностью внутрянку поставлю, там подвеску, мотор и так далее. Ну, я думаю, это все понятно. С вас обычно лайки, пацаны. И я все-таки поставил заменку на машину. И вы сейчас просто, наверное, охренеете. Я случайно наткнулся на эту заменку. И небольшой казус даже произошел, о котором я вам тоже расскажу, пацаны. Короче, я поставил вот эту модельку. Это моделька Булкина. Я помню, он ее когда-то показывал в Сампе, если я не ошибаюсь. И да, это именно та моделька, потому что здесь есть пасхалочки. Какие пасхалочки? Сейчас я вам, в принципе, покажу. Так, давайте тачку открою. Во-первых, здесь есть чай Липтон, как вы можете заметить. Потому что Булкин, типа, любит этот чай. А во-вторых, здесь сзади гитара лежит. Я думаю, ее тоже видно. В принципе, это довольно-таки прикольно. Я вообще реально случайно наткнулся на эту модельку и все-таки решил поставить. Да, я, кстати, убрал Хаммона, теперь у нас вот такие вот диски, как были у него на РС-ке, короче, поэтому вот такие вот дела. В чем казус произошел? В том, что я вот прописал DL, зашел в игру, поставил модельку 536, да, ID, а я случайно как-то перепутал и заменил машину, которой ID 436, то есть Mark 2. Я не помню, что Mark 2 заменяет на родине, поэтому, короче, пацаны, у меня теперь две РС-ки в модпаке, ну, в принципе, я думаю, в этом ничего страшного нету. Да, эта моделька не красится, она будет именно вот такого темно-темно темно-серого цвета. У Булкина на самом деле не такая была РС-ка, не такого прям темного цвета, но в принципе не важно. Видите, здесь даже инстаграм его написан, Булкин СПБ. Я на самом деле смотрю Булкина, уже подписан на него около 5 лет, и мне нравятся его видосы, его творчество, короче. Ну, вы, короче, это поняли. И я вот случайно нашел эту модельку и решил, почему бы ее не поставить. И в итоге я ее поставил. Короче, у нас есть, пацаны, получается 8 миллионов, 8,7. И сейчас мы поедем, будем ее тюнинговать, в принципе, эту машинку. Вон там гитара лежит, здесь чаек лежит. Ну, короче, вы все поняли, я думаю. Ну, на самом деле, моделька очень даже прикольная. Вот как она выглядит. В принципе, фары, вставки в красные. Да, она не темно-серая, она почти даже черная, я бы сказал. Ну, точнее, она очень темно-серая. Но так, в принципе, мне нравится моделька. Довольно-таки прикольная. У нее морда такая задранная. Не, мне реально нравится. По кайфу, пацаны. Все, давайте заезжаем в тюнинг. Будем ее тюнинговать полностью, в принципе. Сейчас уйдет довольно-таки много денег. Так, улучшение деталей. Вот сюда нам нужно, в принципе. Так, сигналим, и у нас все стоково, в принципе, дополнительные услуги даже есть. А, это типа автолог и стробоскопы, отлично. Мы это все будем, пацаны, короче, ставить. Все ставим просто по максимуму, сейчас просто Бобринская уйдет. У меня было 8,7, сейчас посмотрим, сколько у меня, в принципе, останется денег. Да, было дешевле купить, типа, бэушной уже, протюненной, но я решил все-таки поступить таким образом. И зато у меня, кстати, есть, пацаны, еще одно место, если вы помните. И поэтому можно будет какую-то машину потом для конкурса купить, если вы, в принципе, хотите. Так, уже достаточно много денег, кстати, я потратил. Остается 7,2, пацаны, просто ушло, ну, сколько ушло? 1,5 примерно ушло. Это довольно-таки, кстати, неплохо. Все, выезжаем и будем сейчас ее тестировать. Так, все, я выехал, завожу двигатель, включаем фары. Нитро еще у нас нету, мы его сейчас поставим. Автолок я поставил, стробоскопы я тоже поставил, ну, в принципе, они нам не нужны. Так, давайте посмотрим теперь по карт, сколько у него максимальная скорость. Это, я думаю, самое интересное. 234, вот все у нас в максимальном тюнинге, так сказать. Поехали тогда я уже в, получается, южный, и там поставим гидравлику и нитросик. Но это не точно. Короче, пацаны, пока что нету механика никакого, поэтому давайте покрутим рулеточку. У меня есть 7 бесплатных рулеток, поэтому давайте, думаю, покрутим, в принципе, и посмотрим, что нам выпадет. Ну, конечно, нам выпадет там всякая дичь. Ну, ладно, давайте покрутим, кстати, здесь много денег. Возможно, что-то нормально все-таки выпадет. Ну что ж, пацаны, мне это выпало 150 тысяч. Я считаю, это довольно-таки неплохо, потому что рулетка была бесплатная. И, грубо говоря, мы сейчас купили гидравлику и нитро, кстати, да. Ну, хотя я его еще не поставил, но все же. Блин, где мне найти, пацаны, механика теперь? Я вот не понимаю. Походу, в этой серии не судьба нам поставить.
Короче, пацаны, механика по-прежнему не было. Ну, блин, можно сказать, что это полный тюнинг. Я уже вне серии просто поставлю гидравлику и нитро. Я уже успел человека подвести, уже успел заправиться, съездить. Но механика так и нету по-прежнему. Всем спасибо за просмотр. Блин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что поснимать, возможно, с ауди вот этой РС-кой, в принципе. Возможно, дрифтом записать какие-то покатушки, либо еще что-то. Поэтому пишите в комментариях. Все, пацаны, всем пока-пока.